5 поражающих факторов ядерного взрыва. Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс. Уроки ОБЖ не прошли даром. Да. 15 лет назад я в это зачем-то услышал на уроке ОБЖ и до сих пор помню. Но, надо сказать, мне повезло. Я это помню только теоретически. А вот наши люди помнят это, к сожалению, на собственном опыте. Так как сегодня я, Николай, всем привет, вместе с Инной. Всем привет. И Олегом. Здрасте. Будем играть игру в постапокалиптической вселенной 51-й штат. Итак, о чем эта игра? Каждый из нас руководит одной из четырех фракций, представленных вот такими планшетами. Сейчас самым честным способом мы выберем по одному планшету. Ну что же. Начинай. Ну давай. Так, мне нужно вытянуть от 1 до 4. 5. Да. Или 6. 2 тебе за математику. Что ж, перекидываю. А тебе 5. 6. 3. Я забираю себе третий планшет. Федерация Апалачей. Ну, Инна, выкидывай. Посмотрим, что ты. Хочу 3. Ну-ну. 3-3-3-3-3. Ну и дырка. 2. От судьбы не уйдешь. Да. Как я сказал, самое злобное ты будешь. Вот ты и будешь самый злобный. Еще на... Четное... На распакуе. Нечетное, первый планшет. Прошу. Ну, а последний планшет, торговая гильдия, у нас в сегодняшней партии уже не участвует. Так, ей соответствует синий маркер, его мы тоже из игры удаляем. Итак, о чем эта игра? Мы руководим какой-то из одной из фракций и должны эту фракцию привести к победе. Как мы можем это сделать? Заработать как можно больше победных очков. В конце партии мы, вернее, не в конце, а в процессе партии мы будем получать победные очки, и как только кто-нибудь из нас наберет их хотя бы 25, тот раунд мы будем доигрывать до конца. И затем подсчитывать уже все очки, которые у нас будут заработаны к этому моменту. И у кого их будет больше, тот, соответственно, и победил. В начале партии каждый из нас должен получить по 6 карточек на руку. Так, во-первых, дай мне, пожалуйста, одну карту. Немножечко подробнее расскажу о них. Да, эти карты представляют из себя так называемые точки, с которых мы будем получать разные ништяки. На этих точках указана дальность, сколько нашей фракции ехать до этой точки. За каждую единичку дальности мы должны будем отдавать жетоны транспорта. На этой точке также указаны ее категории, но об этом я расскажу чуть позже. Название этой точки, ее свойства действия или производства. А также самые веселые трофеи, которые мы будем получать, если будем разносить эти точки. И профит, так скажем, от сделки с этой точкой. Вот указанный вот здесь. Итак, каждый из нас получает по 6 карточек на руку. И мы должны будем впоследствии из этих 6 карт оставить 4. 2 из них отправятся в сброс. Так, мы, конечно же, опять доверили... Раздавать карты Инне, да? Спасибо большое. Чувствую, с Олегом мы уже проиграли. Вот именно в этот момент. Ну ладно, посмотрим, как она сумеет намухлевать нас сегодня. Так, ну предлагаю эти карты выбрать чуть попозже. Игра делится на раунды, и каждый раунд состоит из 4 фаз. В фазе разведки мы должны будем выложить по одной карте транспорта из каждой из колод, которые впоследствии сумеем либо брать, либо разыгрывать, и получать вот эти жетоны. А также мы должны выкладывать каждый раз по 3 карты, так как нас сегодня играет трое, плюс одну карту добавок. И, начиная с первого игрока, ну что, традиционно назначим мы эту игроку, да. Инна? Да. Жетон первого игрока, выполненный вот таким вот головорезом, отправляется к Инне. В фазе разведки каждый из нас будет выбирать по одной карте из этих 4,
по очереди, начиная с первого игрока. Сначала эту карту выбирает Инна, затем Олег, потом я. После этого оставшаяся карта отправляется в сброс. После этого выкладываются 4 новые карты. И уже начиная с меня в обратном порядке, мы будем выбирать еще одну карту, которую, соответственно, оставим у себя на руках. После того, как мы выберем все карты в фазе разведки, мы переходим к фазе производства. Производство нашей фракции – это сумма производств от нашего планшета игрока. Вот, указано вот здесь вот. Вот моя фракция Федерации Апалачей производит 3 рабочих, как бы страшно это ни звучало, 1 кирпич, 1 жетон серого транспорта и 1 карту. Затем у нас будет фаза действий и затем фаза уборки. Ну, о них я расскажу, наверное, тогда, когда мы до них доберемся. Ну, а перед первой фазой разведки нам нужно выбрать те карты, которые оставим у нас на руках. А пока мы делаем это, если вам нравится наше видео, то тыкните, пожалуйста, кнопочку под этим видео и подпишитесь на наш канал. Комментарии, лайки также приветствуются. А мы тем временем выбираем 4 карты, которые оставим у себя, и 2 карты, которые отправятся в сброс. Так, все. Оставляю эти 4 карты, 2 в сброс. На, положи, пожалуйста. Откуда у меня столько их? Я вообще ничего не смогу тут сделать сейчас. Все, оставляю сброс. Итак, фаза подготовки у нас завершилась. Начинаем фазу разведки первого раунда. Так как Инна первый игрок, она имеет право выбрать из этих 4 карт одну и взять ее к себе на руку. Да. Я возьму вот эту. Олег? Ну, выбор недолгий. Бригада крушителей уходит в мою колоду. Да кто б сомневался? Я думал, Инна засомневается в этом. Ладно, тогда возьму патроны. У меня мини мутанты. Лишними никогда не будет. Так, эта карта уходит в сброс, и выкладываем 4 новых. Это сюрреализм. Мирные мутанты. Кошмар какой. Так. Канистры я не произвожу. Плохо. Ну ладно. Вот так вот, да? Да. Гибкость, она такая. Там или-или, это всегда гибкость. Олег, выбирай ты свою точку. Так, будущую. Моя будущая точка. Какой соблазнительный выбор. Кому-нибудь нужен бензопоклонник? Лично мне нет. Я выбираю сборочный цех. Нехорошо поступил. Ну, Инна, рули тем, что досталось. Ладно, я возьму конвой. И последнюю бензопоклонника как раз и сбрасываем. Итак, фаза разведки завершилась. Переходим к фазе производства. Фаза производства у нас состоит из производства на нашей фракции и карт производства и сделок, которые мы будем выкладывать в процессе игры. Ну, сейчас у нас никаких карт дополнительных нет, поэтому мы получаем производство с нашего планшета. Так как мы играем разными фракциями, логично предположить, что и наши планшеты производят разное количество ресурсов. Я первый возьму, ладно? Можно я расскажу? В частности, моя Федерация Апалачей производит 3 рабочих, 1 кирпич, 1 жетон транспорта серый и еще 1 карту точки. Затем смотрим на планшет Инны. Производит 3 рабочих. 3 мутантов. У меня же союз мутантов. Ах, вот так сразу, да? Одно оружие. Пистолетик, серая стрелочка. Как? Так, да. Серый жетон транспорта. Оружие, жетон, да. Серый жетон транспорта и дополнительную карту. И, наконец, Олег, рассказывай, что ты производишь. 3 рабочих. Я произвожу 3 рабочих. Самостоятельно. Да. Затем... одну шестеренку. Шестеренку. Ну, также серый жетон транспорта и одну и карту. Отлично. Ну что же. Фаза производства у нас прошла. И переходим к самой интересной фазе. Фазы действий. В
фазе действий мы имеем право совершить одно из 8 действий на выбор. То есть каждый из нас будет совершать по одному действию за раз, передавать этот ход по кругу, и так до тех пор, пока все не закроют границы. Итак, что же мы можем делать в фазе действий? Прежде всего, мы можем присвоить точку. Как я уже рассказывал, у каждой точки имеется дальность. И сбросив столько жетонов транспорта, сколько указано в ее дальности, мы имеем право эту точку выложить к свой штат. Ну, пока я не буду светить свои карты, но выкладываются точки, которые, на которых написано производство в верхний ряд, те точки, на которых написано свойство в средний ряд, и те точки, на которых написано действие в нижний ряд. Мы имеем право, вместо того, чтобы присваивать эту точку, заключить с этой точкой сделки. Мы сбрасываем количество жетонов уже синих, равное нашей дальности до точки, и эту точку просто вот так вот будем подсовывать под свой планшет, чтобы была видна только вот эта часть со сделкой. В процессе производства с каждой сделки мы будем получать указанный на ней ресурс. Ну, тоже все просто. Самое веселое действие, которое делает эту игру очень доброй, это разнести точку. Ломать не строить. Если точка еще никем не построена, то есть находится в руке у игрока, он смотрит на ее дальность, сбрасывает такое количество красных жетонов транспорта, которые соответствуют дальности до точки, и получает все трофеи, которые на ней указаны. Но если бы можно было разносить точки, которые у тебя на руках, это было бы достаточно скучно. Самое приятное и забавное в этой игре то, что разносить можно не только точки с руки, но и точки, которые уже присвоили твои соперники. Для того, чтобы разнести точку соперника, мы прежде всего должны убедиться, что он не закрыл границы до нас, до нашего прихода мирного. И после этого смотрим, где размещается его точка. Если точка размещается в верхнем ряду, то нам нужно сбросить 3 жетона транспорта красного цвета и разнести его точку. Мы получаем трофей с нее. Ну, а наш соперник в качестве компенсации получает ништяки, которые указаны в ее сделке. И руины точки, которые остаются в его штате. Если точку будет в среднем ряду, надо будет 4 жетона транспорта. Если в нижнем ряду, то 5 жетонов транспорта красного цвета. Кстати говоря, у нас в игре есть еще также универсальные жетоны транспорта. Инна, покажи, пожалуйста. Которые заменяют собой любой из жетонов на выбор игрока. То есть серый, красный, синий на выбор. Также можно точку перестроить. Мы должны будем посмотреть категорию точки, найти у себя на руке точку с такой же категорией. Ну, как правило, у точки две категории, и хотя бы одна из этих категорий должна совпадать. Так вот, если мы находим такую точку, мы имеем право сбросить один кирпич и перестроить эту точку. То есть одну карту заменить другой. Та карта, которая была построена ранее, отправляется в сброс, а на ее место, ну или не на ее место, а в соответствующую область выкладывается новая. За это действие тот, кто перестраивает точку, получает победное очко. Ну и, наконец, самое интересное. Вместо постройки, перестройки, разноса и заключения сделки точек, мы имеем право, если у нас есть точки с действиями, выполнить действие точки. Мы внимательно читаем текст точки, Инна, внимательно, да, там все написано, что в какой последовательности делать. Выполняем то, что на ней написано, и получаем какие-то ништяки, победные очки и так далее. Вместо того, чтобы делать действие точки, мы имеем право делать действие фракции. Дело в том, что на каждом планшете фракции в области действия у нас указаны 3 возможных действия, каждый из которых мы имеем право выполнить по одному разу в раунд. В частности, моя фракция Федерация Апалачей имеет право сбросить один кирпич и одну карту и получить 2 серых жетона транспорта. За одно оружие я получаю 2 красных жетона, за одну канистру с топливом 2 синих жетона. Так, расскажите, ребят, какие действия ваши фракции умеют. А, ну и каждый из нас, каждая фракция, имеет право сбросить 2 рабочих
чтобы получить один любой ресурс на выбор игрока или одну карту сверху колоды. И это действие, в отличие от предыдущих, которые выполняются только один раз за раунд, можно выполнять сколько угодно раз, пока у тебя хватает рабочих. Инна, какие действия умеет твоя фракция? Можно сбросить две шестеренки и получить две серых стрелочки. Пистолет можно на три красных стрелочки и канистру на одну синенькую. Моя фракция может следующее. Я за одну шестеренку могу получить один серый жетон транспорта. За один пистолет два красных жетона транспорта. И за две канистры два синих жетона транспорта. Ну, то есть Ин у нас будет самый милитаризованный, да? Не знаю, вот я не очень люблю этих мутантов. Ну, а мы с Олегом будем более-менее универсальны. Ну, хорошо, страдайте от моих действий. Помимо этого, мы имеем право за два рабочих взять одну из открытых карт транспорта. Также, если у нас эти карты уже будут на руках, мы имеем право их сыграть и получить жетоны транспорта, выполнив условия, которые на этих картах указаны. После этого, в качестве одного из действий, мы также имеем право отправить одного рабочего на точку игрока, чужого игрока, на свою нельзя, с надписью «Общее производство», и получить тот ресурс, который будет общепроизводиться на этой точке. Причем сделать это можно только один раз за раунд. То есть, допустим, если я к Инне схожу и получу какой-то ресурс общего производства, Олег в этом раунде это уже сделать, увы, не сможет. Ну и наоборот. За это действие тому, кто идут за общим производством, из запаса получает одного рабочего. Общее производство, полиция. Да-да-да. Черт, зачем я ее взяла? И, наконец, для того, чтобы защититься от милитаризованной Инны, мы имеем право... Нормально, так даже не начали играть. Закрыть границы. То есть мы говорим просто пас и закрываем границы. В этом случае все остальные игроки уже не смогут делать свои гнусные поползновения по разносу наших точек, но и мы не имеем права выполнять никаких действий в этом раунде до его конца. Так что думайте. Да, раунд идет до того, как все не закроют свои границы. Ну что же. Инна начинает свою... Да, Инна начинает... Инна начинает свои гнусные поползновения, да. И пока я смотрю свои карты, все хочу. Но надо выбрать что-то одно. Да. Пожалуй, выберу-ка я карту с металлоломом. Так, свойств нет, одноразовый бонус. Так, дальность 1. Сбрасываю одну серую стрелочку. Так, давайте мы только карты будем еще показывать туда. Ага. Может быть, отсвечивает? Вот так вот. Да. Так, как карта называется? Металлолом. Угу. Одноразовый бонус. Положите 3 шестеренки на эту карту. Вы можете тратить их в ваш ход и не сбрасывайте их в фазу уборки. Хорошо. Олег, твое действие. Так, я получаю связи на черном рынке. О, как! Трачу один серый жетон транспорта и выкладываю карту тоже в свойства. Колонки свойств. Так, и что? Одноразовый бонус, я получаю один жетон транспорта синий и кладу его на карту. А что там? Нормально это. А, и ты потом сумеешь это хранить, что ли, их тут? Да. Ага, все, я понял. Так, ну ладно. Мне ничего не остается, как присвоить себе пакгаус. Как это звучит, да? Да. Ладно, не горю. Дальность 1. Отдаю один жетон транспорта серый. И кладу в производство. Эта карта мне будет в фазе производства давать либо одну канистру, либо одно оружие. Все просто. Инна, твое действие. Сдаю 2 шестеренки, получаю 2 серых стрелочки. 2 серых жетона транспорта. Вот и не умничай. А может, не рабочие, а чувандры? Они чебуреки. Они как взялись в этом водине, да, я их начала называть чебуреками. Так. Они вон как монахи с юбочками. А теперь я отдаю одну шестеренку, чтобы получить всего один... Один жетон серенький. Да. Стрелочки.
Серенькие стрелочки. Серенькие стрелочки, да. Так, ну что ж, мне ничего не остается, как отправить эту карту в сброс. Опа. Этот кирпич отправить в сброс и получить 2 серых жетона транспорта. Ничего себе. Ну, могу, допустим. Умею, практикую. Так, и, конечно же, мы это делаем зря. По крайней мере, я так точно. Так как я выполняю действия своей фракции. Чтобы это отметить, мы все потраченные ресурсы должны класть на действие. Чтобы не забывать, что мы уже выполнили, а что еще нет. Прошу вернуть мне мою шестеренку. Либо я тоже выполнил такое действие. Да. Либо я тоже выполняла такое же действие. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего страшного. Все мы косячники. Ну, бывает. Да. Да, больше, надеюсь, такого не повторится. И я буду за этим следить. Сейчас наберу красных жетонов и буду за этим следить. Следи. Мы наберем жетонов полиции. А знаете что? Я вот отдам эти две стрелочки. Два серых жетона транспорта, ты хотела сказать. Не-не-не-не-не, не так. Блин. И то хочется, да? А? Жадность? Нет, все просто этим будут пользоваться, а я не очень хочу, чтобы этим пользоваться. Ну тебе будут тогда это доваляться рабочие, которые ты смеешь обменивать на ресурсы, на ништяки, на карты, разве плохо? А если попадется удачная карта, то вообще... А потом это разрушить, и вообще там можно жить, поживать, вот, добра наживать. Одни сплошные плюсы. Ты подумай. Так что, знаете что? Нет. Не пойдет такое дело. Буду строить школу. Присваивать. Строить школу. Мы их присваиваем. Одна серая стрелочка. Покажи, пожалуйста. Ага. Так, производство человечка. И одноразовый бонус человечек. Угу. Ну и, конечно же, мы с Инной, вернее, Инна молодец, а я-то уже упустил это из виду. То, что как только мы строим карту из категории производства, мы обязательно должны взять ресурс, который указан в ее производстве. И знаете что, пожалуй, я возьму оружие. Хотя, так, сейчас подумаю. Оружие или... Не, знаете, я возьму канистру с топливом. И все, на этом производство заканчивается. Инна молодец, что напомнила. Так, ты взяла и из производства, и из общего производства, правильно? Да. Ага, молодец. Так. Раз уж мы начали за производство, то продолжим его. Я построил Рики Торгаша. Он дает мне возможность производить одну синюю стрелку. Угу. Так, а дальность у него какая? Ты сбросил жетон? Единица. Дым. И вот сейчас я беру свою синюю-серую стрелку. И меняешь ее на синюю, да? Да. Да. Так. Так, и знаете что? Вот они там все строятся, а я подумал. Будешь ломать? Да. Подумал, сдам я этих двух рабочих и возьму вот эту карту транспорта к себе в руку. Тогда я возьму... Вот эту карту. Стоит показать, и сразу началось. Не-не-не, ты молодец, да. Олег? А я сброшу двух человечков. Или рабочих. Или чебуреков. И получу одну карту точки. Но я вам ее не покажу. Ну ладно. Вредина. А мы и не будем смотреть. Так, а теперь, конечно, еще интереснее. Пожалуй, я выполню второе действие своей фракции. Отдам вот эту канистру и получу 2 синих жетона транспорта. Угу, спасибо. Я отдаю пистолетик, получаю 3 красных жетона. Инна. Что? Я предупреждал, я буду следить жестко за этим. Ай-яй-яй. А я закрываю границы. Вот так вот, да? Олег уже устал от всего этого. Я еще только начала учёбу. Так, ну ладно. А я, пожалуй, что один жетон транспорта. Я не успела. Что делаешь-то?
Так, хотя ты хотела что-то сделать. Да, я, пожалуй, даже не один, а сразу два жетона транспорта сброшу, чтобы заключить сделку с тренировочным лагерем. Вот у нас фаза. Вот это важно сейчас. Я сбрасываю два жетона транспорта, так как дальность 2. Получите. И заключаю сделку. Подсовываю эту карту под свой планшет и получаю красный жетон транспорта. Ну погоди, у меня же военная штука. Вот. Ты куда лезешь-то? Вот ведь. И на этом передаю ход Инне. Ты туда не смотри, там все закрыто. И сюда не смотри. А у тебя открыто. По шапке получишь. Отдаю 3. Так, то есть... И ломаю твою. Вот так, значит, да? Ага. То есть ты так, получаешь... Так, ты получаешь пистолетик. Ну, я-то получаю. А я получаю пистолетик и канистру в качестве трофея. Вот так, да? Ты мне карту верни, это мои развалины. Инна начала агрессию. Да. Ну, ты закрылся, я хотел бы тебя... Я вовремя свалил с театра военных действий. Да, вот я чувствую тоже, что надо теперь что-нибудь поломать. Сейчас вот так вот. Челюха, что кому-то... А давай, отдаю пистолетик и получаю 2 красных жетона транспорта. Mm. Ломайтесь. Ты сейчас вот эту даму и сломаешь. Не исключено. Знаешь, как видела. То есть я сейчас либо закрываю границы, и ты остаешься так вот, да? Да. А у меня куча ресурсов, и они сейчас все свалятся. Знаешь, как видела. Вот так вот. Вот так. Агрессивный быть плохо. Погоди ты. Так. Как интересно, да, теперь? Блин, однако. Посмотрим, что победит. Черт, я не успеваю тогда. Пикантная ситуация. Да. Да как так-то? Так, спокойно. Спокойно. Я не так это все себе представляла. Да, ты представлял, что мы откроем границы, и ты будешь нас агрессировать полностью. Я не могу это все потерять. Как я люблю эти моменты, когда жадность борется со здравым смыслом. Нормально. Благоразумие и расчет. Да пипец. Две добродетели настольных игр. Две недобродетели. Ну правда, как мне это сделать? Ну мы рано радуемся. Я закрываю границы. И это правильно. Потому что тогда я просто построю вот эту точку. Бандитский клуб. С дальностью 1. И со свойством, по которым я смогу на этой точке хранить до 3 красных жетонов транспорта. Есть бойцовщиков, есть бойцовщиков. Ты не ту взял федерацию. Так, я отдаю серый жетон транспорта. Одноразовый бонус дает мне красный жетон транспорта. Да он сгорает. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, у меня есть один жетон серого транспорта, да, и у меня один есть жетон красный. Ну ладно, я чувствую, я об этом пожалею. Но все же я... Построю еще железную банду. Присвою, вернее, железную банду. Дальность 1. Банда железные рукава. Отдаю жетон транспорта, который дает производству еще одного красного. Ты не ту федерацию взял, ты понимаешь? Да, я чувствую, да, что я не ту федерацию взял. Так, вот теперь, конечно, блин, нам что-нибудь разнести, наверное. Разнеси себе карты на руке. Давайте я правду разнесу. Ну, чтобы просто без дела не валялось. Я разношу загашник Лемми. За 2 жетона транспорта. Я получаю патроны. Зачем я это сделал сейчас вопрос? И победное очко. И победное очко. Желтенький. Я желтенький, да. Видимо, ради победного очка. Ну. Так, и теперь, раз уж Инна мне... дала такую возможность. Я перестраиваю свои руины, за которые я должен был отдать кирпич за перестройку. Да, кстати говоря, когда перестраиваешь руины, так как
Но эта руина уже никакой категории не относится. Эту карту можно заменить на любую другую, независимо от того, к какой категории будет относиться перестраиваемая карта. И более того, патроны, как вы понимаете, в постапокалиптическом мире, где ездят банды, все рушат, всегда в цене. Поэтому патроны можно заменить любой другой ресурс на выбор. Поэтому я заменяю кирпич патронами и перестраиваю свои руины в команду подрывников. Получаю за это победное очко. И теперь имею свойство. Если в фазе производства вы получили хотя бы один кирпич, я получаю еще и жетон бульдозера. Ну и на этом я тоже закрываю границы. И переходим к фазе уборки. Мы сбрасываем все ресурсы, которые не имеем права хранить на наших точках. Вот мы с Олегом, я так понимаю, имеем право хранить жетон транспорта. А да. Я имею право хранить шестеренку. Ну, храни, вот пожалуйста. Храни ее. Да, вот и храни ее. Дайте вам патроны. Давай. И начинаем. Так, все, фазу уборки прошли. Жетон первого игрока переходит к Олегу. Вот теперь. О, кстати, вопрос. Да, вот это надо тоже сбросить. Ай-яй-яй. Это надо тоже сбросить. И начинаем фазу разведки второго раунда. Раскладывайте точки. И, начиная с Олега, выбираем по одной. Я забираю себе колючую проволоку. Ага. То есть ты решил от нас отгородиться, да? Вы слишком агрессируете. Мне это не нравится. Так. Вот, посмотри на него. А я что, я вообще белый пушистый? Если ты меня не трогал, я вообще, может, так бы и не делал. У меня вообще школьники тут вон мутанты. Знаете, в тихих школьниках черти водятся. А я возьму. А я возьму. НПЗ. Забрал себе. Инна, выбирай. Ну, я производство тогда беру. Ну, это сбрасываем. И, пожалуйста, дубль 2. Грузовик. Музей. Ржавый танкер. О, ну-ка, что там он? Я возьму ржавый танкер. Нет, а я, мне вот не нравится вот эта точка. Грузовик. А мне нравится ходить в музей. Ага. То есть интеллигент такой, да, у нас? Интеллигент такой. Ходи. Так, что значит ходи? А фаза производства? Да ладно, фигня вся это. Мы ходим за производством. Подойди сначала, Олег. Ну, пожалуйста. Я произвожу 3 рабочих. 1 шестеренку. Серую стрелочку и карту. Надеюсь, синий. Карту ты сможешь взять. И синюю стрелочку. Да, руки мне позволяют взять себе карту точки. Ну, хорошо, ладно. Угу. И думай, сиди. Так, далее. Я получаю 3 рабочих. Кирпич, 3. Серую стрелочку. Так, кирпич, серую стрелочку, 2 красные стрелочки по кошмар. Вот этой сделке и по этому кошмар. Производству. А так как я получил кирпич... А у меня есть свойство. Если в фазе производства вы получаете хотя бы один кирпич, получаете еще и бульдозер. На. Да, всё? Карту мне. Вот мне руки не позволяют ее взять самому. Так, а мне 4 чебуреков. Пистолет. Серую. И карту. Что-то как-то маловато. Тебе хватит. Мы все произвели. Ну, по всей видимости, да. Тогда я начну ход. Начну я его с того, что совершу сделку. Колючая проволока... Покажи зрителям нашим. Эх, колючая проволока... Ага. Даст мне возможность получить жетон. Так, дальность у нее какая? 1. Угу. И именно 1 синюю стрелку движения, транспорта или чего-то другого я отдаю. Ага. О, полиция. То есть тебя надо разносить прямо сейчас, да? Сделку? Сделку я не разнесу, но у него есть вона 2 карты. Вона что-нибудь? Ну, вона что-нибудь, да. У тебя 5 стрелочек. В общем, я отдаю 3 красные стрелки и разношу школу Инны. Это было хорошо. Трофей, покажи мне, там 2 рабочих же, да? Ну да, а мне 1. Вот так вот.
И происходит это. Моих милых маленьких мутантиков. Просто... Теперь ты их не научишь плохому. Да. У меня слишком много карт. Мне твои проблемы. Мне твои проблемы. Мне не очень. Мне не нравится, когда много количества карт. Вот лучше, когда вот их... Русский язык вышел из чата нашим. Да, русский язык, прости меня. Но ты... того. Ладно, просто получу две стрелочки красных. Ну, получай. Опа. Даже так. То есть ты... Не туда. Да. Давай сброс отделим транспорта. Угу. Так, Инна сыграла карту транспорта. Ну, допустим. Олег, твой ход. Итак. Объясните мне, как так получилось, что у меня 4 карты на руках, а у вас в 2 раза больше. А я же посмотрел. Ты их ломал и строил. И перестраивал. Ну да. Так что нефиг плакаться сейчас. У меня была карта. Давай поменяемся, вот у меня их много. Да я с радостью, думаю, что я не согласен. И все он дальностью 2. Да. Да. Где бы мне взять так, эту дальность? Во-первых, жетон полиции можно ставить да. у нас. Как раз то, что я еще не рассказал, это жетон защиты. Вот такой вот жетончик. Он кладется на любую точку в своем штате и добавляет к этой точке одну дальность. То есть для того, чтобы разнести... Что это у тебя? Рики Торгаш. Ага. Чтобы разнести Рики Торгаша в штате Олега, в обычных условиях нужно 3 красных жетона транспорта, но так как эта точка защищена жетоном защиты, теперь понадобится 4 жетона. И более того, выложить этот жетон защиты на любую точку можно в любой момент своего хода. То есть это не считается действием. Поэтому Олег, выложив жетон защиты, может совершить обычное действие. Угу. Так, действие. Я отдаю одну шестеренку и получаю серый жетон транспорта. Один? Или у тебя их больше там дается? К сожалению, один. Ну ладно. Так, что я делаю? А я сбрасываю 2 рабочих, чтобы взять 1 карту. Дайте мне, пожалуйста. Спасибо. Я же сбрасываю 2 рабочих, чтобы взять шестеренку. Я же строю почту. Только не почту России. За 2 серых жетона транспорта. И у меня появляется дополнительное действие. Я могу сбросить 1 рабочего, чтобы получить 1 синий жетон транспорта. Могу выполнить действие 2. Угу. Хитер-бобер. Так, а я что делаю теперь? У меня есть 1 всего серый. Ну ладно, на этот 1 я, пожалуй, присвою себе грузовик. Дальность 1. Отдаю жетон. И это свойство. Вы получаете патроны каждый раз, когда разносите точку или заключаете сделку. Угу. Я меняю 2 шестеренки на 2 серых стрелочки. На серый жетон транспорта. На 2 серых стрелочки. Вот так. А за 2 рабочих я забираю мусорный поезд. Ага. Опередил. Так, опередил, говоришь, да? Сколько ты тут получишь красных? Не к добру. Не к добру ты это получишь, да? Я вообще не об этом. Ну ладно. Так, а я разыгрываю мусорный поезд и сразу получаю 3 синих жетона транспорта. Так, опять вы... А, нет, все нормально. Так, ситуация накаляется. Да нет. Нет, совершенно. Это ж не красные жетоны, а синие. Что ты так напрягся? Красные пока свободны. Но он мне пока не нужен, но пока пусть лежит. Я немедленно получаю 3 синих стрелки. Хватит в сброс, пожалуйста. Угу. Так, а я заключаю сделку с НПЗ. Дальность у нее 2. Отдаю 2 синих жетона. И получаю канистру. 2 синих отдал.
Все строят, сделки какие-то. Ага. Тогда я строю убежище. Дальность ее 2. Производство шестеренки и патрона. Прям и? И. Ну вообще. Вот ты только покажи это всем. То же мы и видим. Вот оно, убежище. Ага. Олег? Тут уже столько карт, мне аж завидно. Так. Я не понимаю, почему ты несчастлив с двумя картами. Как можно быть счастливым с двумя картами? Ты издеваешься? Довольствуемся малым. Да-да-да. Тем, что имеешь довольствуйся, ты и том, чего нет, не будет нужды. Это знаменитая поговорка Филеса Фога из 80 дней. Да, вот. Итак, мое действие. Я отдаю 3 синих жетона. Показываешь карту. Показываешь карту всем. Сборочный цех. Ага. Уходит в сделку. Что там тебе дает по сделке? Шестеренку. Ну, на тебе шестеренку. Так, а знаете что? Так, давай я подвинусь, наверное. Да, давай, да. Чуть подвинешься. Я уже начинаю притеснять потихоньку игроков. Да, бедный мутантики. Знаете что? Так как я могу это действие выполнять много раз, я сбрасываю еще 2 рабочих, дайте мне еще 1 карту. Спасибо. Вот ты их на бумажке меняешь. О, как. О, слушайте. О! В свое время бумажки меняешь. О, так, а как я так сместил-то тоже? Себя-то я тоже сместил, смотрю. Не по фэншую сместил. О, вот так правильнее будет. Ладно. Сбрасываю серый жетон транспорта. Ужас, какой, как много слов. И строит цистерну с горючим. Скоро она сгорит. Так. Общее производство 1 канистра. 1 канистра. Ну хорошо. А я заключу сделку с бы... сначала я сделаю свой действие. Ну ладно. Я ждал этого момента. Уговорил, делай. Так как у меня есть почта, не России. Я сбрасываю 1 рабочего и получаю 1 синюю стрелку. Вбрасываешь его пока на карту. И получаешь стрелку. Угу. Так, а я заключаю сделку с боевой машиной. Отдаю 1 жетон транспорта синего цвета. И получаю 1 жетон щита. Так, ну-ка, сейчас я подумаю. Ну давайте пока на всякий случай вот сюда сразу положу. Да. Меняю пистолетик на 3 красных стрелочки. Угу. Не жетона транспорта. Ха-ха-ха. Олег? Закрываю границы. Да что ж такое-то? Ты знаешь, я тоже. Вы издеваетесь, что ли? Ну потому что 5 стрелочек красных. Это аргумент закрытия границ. И что хотите, да, теперь? Да, именно так. Так, это твой, да? Да, это мой. Это мое. Это мое. Да. Не ожидала я от вас. Мы же мирные города, в отличие от тебя. Да, мы вообще мирные. Я мирный. Это мне для защиты это надо. Для обороны, да. Мне вообще нет пистолетиков, заметьте. И не надо. Тебе они не нужны, да. Да. Я вот даже теперь не знаю. Вот теперь я не знаю. Ладно, меняю канистру на 1 синюю стрелочку. Так. Далее. Этой синей стрелочкой... Смотри, она все равно кого-то склоняет. Так не разрушить, ты хоть сделку заключить. Этой синей стрелочкой я вот сюда вот. Покажи, с кем ты там, что ты там заключишь. Ну хорошо, хорошо. Заключаю сделку с конвоем. О как. Подкупаю. А у меня все равно круче, у меня боевая машина.
Что там у тебя боевая машина делает? Полицию дает в щит. Ну, у меня синюю стрелочку. Я должна была дать синюю стрелочку и получить ее обратно. Ну, отдала, получила, ладно. Далее. Так, этими я не могу воспользоваться, да? Я, кстати, я не взял патроны, но это уже не важно. Да. Я заключал сделку, но так. Мне были нужны патроны, но, в принципе, зачем они мне сейчас? Все равно взрослые идут. Синяя стрелочка один, да? Вы так пристрастились к красным стрелочкам, что приходится жертвовать некоторыми ништяками ради своей безопасности. Ой, да господи! Вот зря так делаете! Я же говорю, у меня мирные мутантики. Любой ресурс. Ладно, могу построить... Нет, могу совершить сделку с ржавым танкером. Дальностью один. И получу канистру. Угу. Такс. Далее. У тебя вот эти вот еще можешь разнести карты из руки, чтобы получить все. Да, но они мне нужны. Ты зачем? Хотела избавиться, вот, пожалуйста. Хорошо. А, ну я же получаю трофеи, правильно? Ну, да. Я получаю трофеи за это. Это же прекрасно. Зверь сказал. Да, хорошо, я разношу вот эту карту. Покажи. Какую? Ну да. Хорошо, снабженцы. Да, дальностью 2. Ага. Жалко. Так. И получаю 2 серых стрелочки и победное очко. О как. Ну, получай. О, наконец-то серые стрелочки. Далее. Я строю автомастерскую. Покажи ее. Дальностью 2. Так. Общее производство 1 полиция. И одноразовый бонус 1 полиция. Ну пока. А, все равно их сбрасывают сейчас, да? Все равно их сбрасывают. Ай, ладно, фиг с ним, пусть валяется. Дальше что я могу сделать? Еще что-нибудь разнести. Ха-ха-ха. Хорошо, разношу. Я надеюсь, в следующем раунде у меня будет меньше. А у меня будет меч. А, блин, у всех же еще плюс 2 будет, да? Сколько там у тебя? А у тебя сколько? Нормально. Я, пожалуй, остановлюсь на этом. Ну, как знаешь. Наконец-то. Все. Так, сбрасываем все, что не храним. Что логично. Так, Надь, ну хотя, ну ладно. Так. Так. Свои жетоны я оставляю. Да, все, давайте мне все скидывайте, я все разнесу. Куда ты разнесешь? Я тебя разнесу! Сказал водитель, и всех разнесло. Да-да-да. Ну что же, разведка. Так, жетон переходит ко мне. Дай мне эту головорезу. Вот странно вообще, в самом деле, в этой игре на всех планшетах есть мальчики и девочки, а вот головорез с одной стороны почему-то не превращается в головорезиху с другой. Ай-яй-яй. Так, ну ладно. Тут есть трудовой лагерь. Так, дайте я посмотрю, что мне за хаб. Так, ну что же. Надо брать. Давай я вот это вот возьму. Угу. Гигантская техника. Ну что ж, вестник новой эры. Черный рынок. Никому не нужен. Не. Никому не нужен. Лагерь. Бугага. Башня наций. Убежище. И... Как все вкусно. Да, что-то прямо так смотрю, все вкусно. Аванпост. В принципе, или не в принципе, не принципиально. Я забираю себе убежище. Угу. Инна. Угу, а я вот не знаю, что делать. Я тоже взрываюсь, да? 5 человек? Нет. Люди. Кто-то у меня забрал бедную школу. Как я вовремя это сделал. Кстати, да, со школой это круто коннектится-то. Даже не знаю, что ты там получаешь-то? Нифига не получаешь, да? Да, ладно. Да фиг с ним. Так, все-таки забрала, да? Вот зараза. Ну ладно, тогда лагерь забираю себе. И производство.
Так, я набираю себе трех рабочих. Нет, да, трех рабочих, к сожалению. Далее. Кирпич из одного бульдозер сразу. Угу. Так, далее набираю себе серый жетон транспорта и два красных жетона. Угу. Так, полицию и... Так, полиция, канистра, карта. Так, полиция, канистра, карта. Да, карту мне дайте, пожалуйста. Угу, спасибо. Так, у меня три чебурека. Пистолет. Так, шестеренка, канистра. Кирпича нет. А, полиция. Так, чебуреков я забрала. Так, синяя стрелочка. Патрон. Коль, тебе не кажется, что она слишком серая много производит? Серая стрелочка. Нет. Итак, я получаю своих трех рабочих. Заодно еще шестеренки две. Ого. Может, две? Да. Потом получаю... Ты все по серости получаешь, да? А, жетон полиции один. Также я получаю серую стрелку. И синюю стрелку. И одну карту точки. Угу. Так, и я хожу, да? Я чувствую, у меня очень узкое окно возможностей, поэтому я 4 красных жетона транспорта трачу, чтобы теперь сходить к Олегу. Олег, свою среднюю карту. Да. Да, вот эту. Эти жетоны остаются у тебя, я получаю трофей, ты получаешь сделки. Нет, карта тоже остается у тебя, ты получаешь из сделки. Руин. А что ты получаешь? Я получаю синюю стрелку. Угу. 5 синих стрелок уже. Все, я... Так, стоп. Когда я разношу точку, я получаю патроны. Дайте мне патрон. На. Нате, возьмите. Так. Ага. То есть решил... От кого ты теперь защищается? Расскажи, пожалуйста. Да не знаю, он просто валяется. Так, теперь я... Мне нужны... Серенькие. О, не сбросила, не сбросила. Ай-яй-яй-яй. Ну все, значит, уже брала. Значит, уже брала в этом раунде ресурсы. Да. А что, все сбросили, да? Ну, бывает. Никто и не брал. Просто-напросто. Хорошо. Так, один синий. Ну, вот у меня один вот этот вот. Мне в жоку. Тогда я его серым сделаю. Строю гигантскую технику. Ого. Прям таки гигантскую? Да, дальностью один. Ну, допустим. Что она дает? Сбросьте человека и шестеренку, чтобы получить 3 серых. Понятнее. Но это позже. Да. Олег, твой ход. Я сбрасываю одну шестеренку, чтобы получить один жетон серого. Ты можешь разместить щит в свой ход, который ты немножечко не успел. Ну да. Так, ладно. А я, пожалуй, что... Блин, какую лучше-то? Наверное, вот эту лучше. Я заключаю сделку с трудовым лагерем. Не зря же я его брал. Так, дальность 1. Отдаю синий жетон. Да вы что меня все смущаете? Давай двигай туда. Они на стол не повесятся. Так, и пожалуй, что жетон полиции я вот сюда положу. Всё, ну, допустим. Так, у меня раз, два, три, да? Так, рабочего я взял, хорошо. Хорошо. Все хорошо. Так, тогда я отдаю жетон патрона и шестеренку. Вот так вот. Угу. Я беру два серых. Понятненько. Олег? Так, я строю бригаду крушителей. Вот. Мне название уже не нравится. Если в фазе производства вы получили хотя бы... Одну серую. То получите одну серую стрелку. Ох, не нравится мне название. Так, ладно. Ну, у тебя в любом случае будет, да, каждый раз? Угу. Ну, сейчас же я не получаю. Нет, между прочим... Подожди, это свойство. А, между прочим. Свойство.
Между прочим, когда я сейчас сделку совершил, опять патроны забыл взять. Дайте ну мне все. Дайте патроны. Все. Патроны, патроны, мне нужны патроны. Так, ладно. И все же. Был у меня трудовой лагерь, а присвоил себе просто лагерь. Что ты по лагерям? Ага, пусть работают. Дальность 1. Одноразовый бонус. Положите 3 рабочих на эту карту. На эту точку. Вы можете тратить их в ваш ход, не сбрасывать их в фазе уборки. Угу. Тогда я строю парковку. Дальность 2. Производство 1 шестеренку за каждую точку с категории шестеренки в вашем штате. Максимально 3. Ну, у меня уже 4-я она. Вот так вот. Нормально, нормально. Олег? Я строю пристанище гипнотов. О, господи. Чего же такие все монстры в Нью-Йорке? Не строю, а сделку заключаю. Так. За дальность, две синих стрелки. Так, и что там производство? Очка. Ах, вот так. Ах, ты еще хитрый, да? Понятно, ладно. Так, я сбрасываю 2 рабочих. И дайте мне 1 карту. Нет, не смотри. Благодарствуйте. Да. Ага, сама посмотрела. Нет. Нужная вещь. Что не говорит. Ой, классно, классно. Так. Я сбрасываю человечка и шестеренку и получаю 3 серых стрелочки. Олег. Я строю, точнее, заключаю сделку с музеем. Вот так. Пошел очки крафтить, да? Очки пошел крафтить, да? Да? Uh-huh. Так, сколько там дальность? 2. Точно так же. Понятненько. Ну-ну. Продвиньте. Меня догнал, да? Ну ладно. Так, а я по-прежнему сбрасываю еще 2 рабочих. Дайте мне еще карту. То что-то у меня прям карт убийственно мало, и мне прям это надоедает. Да вы издеваетесь. Ой. Нужны кстати, мне. Да. Меняю пистолет на 3 красных стрелочки. Ну, допустим. Так, Олег. Закрываю гарантию. Так, и чё, ты меня одного оставил? Так, Инна, ты помнишь, что было в прошлый раз, да, когда пыталась что-то разнести? Я не буду сейчас разносить. Мне это не надо. Вот даже не знаю, верите или нет. Так, ладно. Посмотри в мои честные глаза. Да, ладно, я отдаю еще 2 рабочих. Дайте мне еще 1 карту. Вот Инна не может, когда у нее много карт, а я не могу, когда у меня мало карт. Совершенно. О как. А что, прикольно. Как его только построить, непонятно. А так прикольно. Ходи. Так, я даю канистру. И получаю 1 синюю стрелочку. Угу. Так, а я, пожалуй, что перестройкой займусь. Я вот ты этот. Горбачев? Ага. Я отдаю вот этот бульдозер, чтобы не зависеть ни от кого. И вот этот лагерь перестраиваю в город-призрак. Забавно, да? Так, ну это, я так понимаю, мне надо сбросить. Так, мне, получается, 1 очко надо тоже за перестройку. Инна, ходи. Хорошо. Тогда я совершаю сделку. Ух ты. Дальностью 2. Ты хоть покажи всем, какую ты сделку совершаешь. Смотри, да, смотри. Суть важно. Она хочет накопить 5 рабочих производства. Вот они, 5 рабочих. Я делаю с ними сделку. Так, ладно, покажи на камеру. Вот, да. Я совершаю сделку с башней наций. Так, дальностью 2. Так. Человечку получаю. Так, ладно. А знаете что? Так, это, между прочим, действие. Это вот здесь должно лежать. Это важно. Так, действие города-призрака мне позволяет сбросить 2 кирпича, чтобы получить 2 победных очка, и я могу это сделать 2. Поэтому я, пожалуй, положу пока кирпич и патрон на эту карту и сделаю это действие единожды, получу 2 победных. Так, что мне все не нравится.
Вообще все это не нравится. У нее защита 5. У этой карты защита 5, даже не думай. Вот так вот, да? Ага. Ну хорошо. Значит, будем копить защиту. Так, ты сколько поле рабочих? 2. 2 сбросил, смотри. Как же рано я закрыл границы. А ты думал, поспешишь, людей насмешишь, да? Ну, на людей все равно, пусть смеются. У себя отнял действие. Так, теперь надо думать. Кирпич и карту надо сбросить. Мне жалко. А давайте, ладно. Я заключаю... Так, да. Заключу сделку с гильдией ремесленников. Ух ты. Да. Дальность 1, отдаю. И заключаю сделку. Будет кирпич. И кирпичик мне дайте, пожалуйста. Все, возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. Возьму, пожалуйста. Пожалуйста, возьму. Так, это мы пока отложим. Это нам пока не надо. Хотя, сколько там у меня дальность-то? 5? До этого 5. 5, да. Да. Ты не думай. Ты границы сейчас мне закроешь, да? Не, ну как ты себя вести будешь? Черт. Тогда я строю электростанцию. А ты что думаешь, можно только сломать эту карту? Так, дальность 2. Производство, да? Выберите другую карту с производством в вашем штате и получите ништяки, которые она производит. И что ж ты выбираешь? Пока возьму патроны. И шестеренку, да? И шестеренку? И шестеренку. Да. Хорошо. Так, ладно. Почти уговорил. Ну а что, я сбрасываю второй кирпич и второй патрон, чтобы получить еще 2 победных. Так, все, эта карта у меня отыграна в этом раунде, да? Угу. Ну ладно, сейчас теперь. Ходи. Сереньких мне получить больше негде. Но я же могу перестроить. Пожалуйста, пожалуйста. Могу перестроить. Отдаю патроны вместо кирпича. И строю вот это вот. Кого строишь? Скупщик нефти. Вместо руин? Вместо руин, да, но в действие ставлю. Ладно. Так, и что он делает? Сбросьте канистру, чтобы получить победное. Можно выполнить дважды. Понятненько. Так, ладно, я сбрасываю канистру, 2 синеньких мне. Господи, вот 2 синих жетона транспорта, вот от вас не хватался. Ну, не 2 синих стрелочки. Нет, не 2 синих стрелочки. Инна? Я закрываю границы. И правильно. Чтобы меня не больше не напрягать своей, так скажем. Ладно, я с оружейником заключу сделку. Дальность 1. Синий на красный меняю. Но, в принципе, это уже не важно. Потому что, в принципе, ресурсов у меня нет, и я тоже закрываю границы, и на этом наш раунд заканчивается. Так, сбрасываем все лишнее в фазе уборки. Держите мои патроны, жетоны. Знаете. Поменялись? Ага. Так, полиция сбрасывается. И первое игрочество переходит к Инне. Так, это что за жетон транспорта? Я, подожди, сейчас. Так, те, которые... Жетоны не... Вернее, те карты, которые мы не сыграли, тоже уходят в сброс. И открываем новые для фазы разведки. Так. Где надо все сбросить? Ладно. Заберу пока эту. Там видно будет. Давай я. Так, вот. Вот это я сразу забираю. Это я сразу забираю. Самое интересное, что это я вообще не успел прочитать даже. Тебе моя карта совершенно не интересна. Она дает еще одну лишнюю карту, которая тебе, ну, сама понимаешь. Хорошо, я вот эту. И небоскреб уходит. Так, и производство. Набирай. Ресурсики. О, так, шикарно. 4 человечка. Много. Так,
Канистра, синяя стрелочка. Серая стрелочка. Подожди, пистолет, серая стрелочка. А где у тебя пистолет? Расскажи. Одна карта. Дальше шестеренка, патроны. Что-то как-то... Еще канистра. Вот их две. Так, один жетон полиции. Производство, шестеренка за каждую, максимум три. У меня как раз их будет три. Что-то как-то это напрягает, да? Да. Так, и производство, любую, короче, еще раз можно взять ништяки. Еще парковку? Кстати, она может парковку еще сделать. Да, представляешь, если бы у нее, не дай бог, у нее появится карта, которая дает очки за шестеренки. Вот это будет, блин, фейл. Ну, у меня такой карты нет. Сейчас посмотрю, что мне там нужно. Прям вот очень нужно. Это... Хорошо. Я беру... Идите вы все. Ну, я, в принципе, не сомневался. Итак, я произвожу трех. Трех рабочих. Сразу оттуда две шестеренки и щит еще. Две шестеренки, щит. А потом я беру синюю стрелку, а две серых стрелки, потому что хотя бы одну шестеренку получаю в производстве. Так, окей. Ну все. Карту? А ты карту взяла? Да. Карту и два победных, наверное. Да. Ну, хотя бы не 4 за. Так, ладно. 4 рабочих. 2 кирпича и заодно жетон бульдозера. Далее. Так, жетон полиции. Канистру. И раз. Так. Серенькую и 3 красненьких стрелочки. И карту. Ну, тут тоже немало набрал. Да, конечно. Карту мне дайте, пожалуйста. Да ладно тебе. Это важно. Очень. Так. Ну, Инна, начинай действовать. Ну, замечательно. Тогда мы скинем одного человечка и две шестеренки, чтобы получить 3 серых стрелочки. Это ты где? Ой, это я вот здесь вот и вот здесь вот. Ай-яй-яй. Да, вот в этой игре, конечно, отслеживание сбрасываемых ресурсов сделано не очень удобно, и все время хочется просто сбросить ресурсы. А ты же еще не пошел, да? Да. Да, ну, вот здесь пусть лежит. Ну, почему бы и нет. Строю гигантскую технику. Так, давай ты пока покажешь. Да. Такую же гигантскую технику, как у Инны, с такой же гигантской выработкой. За Один. Один, сэр, и стрелка движения. Что он делает? Он дает мне сбросить одного чувандрия и одну шестеренку, чтобы получить 3 серых стрелочки. Понятненько. Так. А вот мне что-то прям жалко. Молясь так. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, я сбрасываю вот эту карту. И кирпич, чтобы... взять. А, еще так, и кирпич я кладу сюда, чтобы взять 2 серых жетона транспорта. Все ушли в сервис. Ага. Я немедленно получаю 2 красных жетона. Ну что ж. Не к добру это. Но получай. А я, собственно, сбрасываю одну шестеренку и одного рабочего. И получаю 3 серых стрелки. Это вон туда туда сбрасывается. Сюда. Вот повторюшка. Нет. Ну ладно. Так. Это ты повторюшка. Ну я вот первое сделала такое действие. У тебя стрелок меньше, значит ты повторюшка. Строю пап. Спорим? Одинаково. Вот видите, я пап сейчас строю. Пока они там разбираются, кто из них. Чё, каково косплеит? Кого больше. Я строю пап за 2 серых жетона. Общее производство 1 карта, одноразовый бонус 1 карта. Мне, пожалуйста, 2 карты. Так, и на эту карту я сразу кладу жетон полиции. Ну вот так вот. Да. Что-то у меня такое ощущение, что именно сюда ее и надо положить. Ладно. Тогда я трачу
3 серых жетона на то, чтобы построить крепость нефтяников. Угу. Которая позволяет сбросить человека с двумя канистрами, чтобы получить 3 победных. Жуть. Так, а ты 3 дальности заплатил, да? Да. Угу. Олег? Так, а я, собственно, строю за 2 серых стрелочки нефтяную вышку. Она дает мне производство. А, да, нефтяная вышка. Если кто еще не видел. Производство, собственно, за каждую точку с категорией канистра в вашем штате максимум 3. И что? Одну канистру за каждую канистру. А, то есть тебе 3 канистры, да? Ты намекаешь на это, да? Да. Ну ладно, ладно. Все, конечно, хорошо. Ладно, я пока отдаю канистру, чтобы получить 2 синих жетона транспорта. А я сбрасываю человечка и 2 канистры, чтобы получить 3 победных очка. Нормально. Дынц. Строю вестника новой эры. Ой, не туды. Он имеет действие. Я могу сбросить... А, ну, строю я его за 2 серых. Угу. И он имеет действие сбросить 1 синюю стрелку, чтобы получить красную. Я могу это выполнить 2. Ну ладно, можешь выполнить 2. Но это позже. А тем временем я просто заключу сделку с укрытием. Как бы это странно ни звучало, отдаю 2 жетона транспорта. Прошу. И мне победное очко. За сделку. Я даю патроны вместо канистры, чтобы получить 1 победное. Бдынц. Так, и между прочим, я должен был получить патроны. Так, да все уже, так как заключил сделку. Я уже сходила. Вы мне тут не это. Вам здесь не тут. Да, именно так. А, собственно, я заключаю сделку с собирателями. И что собираешь? Людей. Ну-ну. Так. И дайте мне человека. Ну, на тебе человека. Так, а что мне теперь делать? Так, чтобы построить что-то не нужно, надо сначала иметь что-нибудь. Сломать что-нибудь. Да, а все жалко. Все жалко. Точно, как ты вовремя напомнил мне об этом. Так, ладно, давайте я все-таки отдам 2 рабочих, чтобы забрать вот эту карту. А, я уже не ты. Хорошо, тогда я отдаю... 2 шестеренки, все равно они мне больше не нужны сейчас, чтобы получить 2 сереньких стрелочки. Куда ты опять шестеренки сдаешь? Инна, сосредоточься! Сосредоточься! Это... Поймай дзен. Да. Я сдаю 2 канистры вот сюда. Вот, правильно. И получаю 2 синих стрелки. Хорошо. А я сдаю вот эту карту обратно и получаю 2 красные стрелки. Чтобы держать вас в напряжении. Я сдаю пистолет. И чё? Получаю. Да не туда я сдаю, ну. Вот. Получаю 3 красных. О, так, это уже становится интересно. Совершаю сделку. С карьером. С совестью. С карьером. Че он там дает тебе? Кирпич. А сколько стоит? 1. Ну, сдавай 1. Так. И кирпич, пожалуйста. И кирпич, пожалуйста, да. Ну, так. Или так, да. Так. Вот я чувствую, надо это сделать именно сейчас. Я вот эти 2 ресурса меняю 2 победных очка, пока еще есть возможность. Так, да. А, у тебя нет там счета? Нету. Так, смотри, Инна навострила ручки. Ну, ты тоже не закрыта, заметь. Да. Но у меня нет карт, которые дают мне 2 по 2 очка. У меня вообще таких карт нет. Да, у меня это тоже. Но у него тоже нет кирпичей больше. Да нет у меня кирпичей, ладно, вам.
Вон пять. Давай я твою разрушу. Кого? Вон самую нижнюю. Вот эту? Да. Ох, борзатая. Так, мне тогда кирпич возвращается по сделке. Тебе 3 кирпича и одно победное. Так, и патроны заберите. Так, а я в общее производство тебе ставлю чувака. Ой, дайте я мне, чувака получаю. Да, а я щит. 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 Хорошо. А это что такое? Гигантская техника. Вот ее ты и разрушим. У тебя слишком дофига шестеренок, а мне нужны серенькие стрелочки. Ну хорошо, я получаю так, шестеренку. Отдаю 5 красненьких и дайте мне 2 сереньких. Дилер по стрелочкам. Да. Ага. Не, ну неплохой обмен. У меня сюда, да? Хорошо. Так, я ж теперь, да? Ты ж теперь. Ты ж теперь. Ладно. Тогда я строю. Отдаю кирпич. И на развалинах. Часовни. Банда Бронкс у меня работает. Ты же уже перестроила все? Я, да, я все перестроила. Я отдаю 2 чуваков, чтобы взять карту точки. Угу. Это мне ничего толкового не дает. Ну, а ты думал, в сказку попал? 51-й штат я попал. Да. Ты, кстати, перестроил, очки получил за перестройку? Нет. Ну, а чё ж ты так? Ай-яй-яй. Все вот мне надо следить, да? Угу. Я, кстати, разваливал, и тоже дайте мне патроны. Чё это ты разваливал? Я у тебя разваливал. Патроны не получил. О чем жалею сильно. И знаете что? Наверное, я с помощью кирпича перестраиваю вот это в биологическое оружие. О. Так, мне, пожалуйста, победное. Ай, сам возьму. Так. Какой самостоятельный. И я смогу сбрасывать одного человека и один пистолет, чтобы получить 2 победных. Хорошо. Я бы сказала, ну, неплохо, неплохо. Так. Во-первых, вот это вот безобразие. Пусть лежит. Во-вторых, так, 3 вот этих у меня, да? Ну, пусть будет 3 вот этих. И я ставлю карту переговорщик. Дальность 3. Покажи уж ее. Угу. И что она делает? Сбросить человека и сделку, чтобы получить 2 победных. Угу. Ну ладно. А я перестраиваю руины в подземный схрон. Прокопал там, да, туннель? Ясно. Бедные связи на чёрном. Так, а чего она тебе дает эта карта? Я могу оставить на этой карте до 3 ресурсов. Как мы выяснили, разного вида. Ну да. Так, ладно. Давайте я сброшу одного человека и патроны, чтобы заменить оружие. И получу 2 победных. Ну так вот, да? Как, ты не заметила, что как-то Коля активизировался в наборе очков? Да, она тоже что-то сделает. У меня вот нет вот этих вот победных. А у меня тоже нет. Да, вон один у тебя. Вот так, вот ту надо срочно. Ты уже у меня одну порушил, срочно ей надо. Давай, ходи уже. Срочно ей надо. Срочно. В принципе, фиг с ним. Так. Меняю 2 человека. Не так. Отдаю человека и сделку. О, как. Ну, сдавай. Человек вон туда. Человек вот сюда. Не, вон туда вот. Сюда. А здесь это уже сброс. Да, и получаю 2 победных. Получай. Олег? А я сделку совершаю с базой наемников. Ай-яй-яй. Ну, это логично. С наемниками можно совершить сделку. Сделку за одну стрелку. Такая вот рифма. И получаю одного чувака. Ну, получили. Так, ладно. Мне нечего получить. Блин, что-то вообще вот фигня полная.
что-то на самом деле. Ну-ка, я построю караванщика. Вот такого. Наверное, какой же, как был у Олега, да? Угу. Так. Два сереньких отдал. И Инна ходит. Я закрываю границы. Хорошо. Олег ходит. Точно. Я же могу отдать шестеренку и получить серую стрелку. Ай-яй-яй. Как можно было упустить такой важный момент? Так, я сбрасываю одного рабочего. Сбрасываю. Чтобы получить ништяки с трех моих сделок. Я получаю перво-наперво победное очко. Я получаю Ну и, собственно, дайте мне две красные стрелочки. Как раз три сделки будет. Раз и два. Так, а я, раз уж получил стрелку, выставлю у себя во владениях трюм. Чего выставишь? Трюм. Чё, трюм? Да. У него есть действие очень дорогое. Один человек, два пистолета, два кирпича. За 4 очка. Ну, удачи тебе накопить. Пусть будет. Так, конечно же, я человека не туда, то есть это действие я уже сделал. Ну, собственно, что? Я закрываю границы. И я закрываю границы. И фаза уборки. Так, сбрасываем все, что не потратили. Эх, вот серенький жетон, конечно, вообще жалко. Так, ну, бульдозер я у себя оставлю. Сейчас пригодится. Так, карты транспорта. Хорошо, что этот бульдозер нельзя использовать против других. Ох, я посноси ее. Ох, я посноси. Как волк из «Ну, погоди». Так у того каток был. Да-да-да. Ох, я посносил. Так, ладно, это у меня сейчас останет. Получу. В принципе, ладно, получу сейчас. Да. Ну, мы настроились, так, конечно. Выкладываем карточки. Прикольно. У нас ни у кого... А, нет, у вас... У Кули есть один. Единственная карта с категорией кирпич. И у тебя. А у меня тоже есть, что ли? У меня было две карты с категории кирпич, но благодаря некоторым... Прекрасным, шикарным личностям. Я так не делаю. Ну ладно. Или не ладно. Знаете... Лучше пусть будет автобус Теда. Что же вы, гады, делаете, а? Ой. Ладно, заберем развалины. А я строю отряд. Ну, а глиняный карьер идет в сброс. Песчаный карьер, два человека. Глиняный карьер, да? Ликеро-волочный завод. Сегодня нарядов нет. Да-да-да. Так, что там? Да, что первый раз было интереснее, да? Да. Положите 3 канистры. Ладно. Положим 3 канистры. Так, и чего я взял в предыдущий раз? Давай вот этот заберем. Ну, ладно. Автобусная станция никому не нужна. Олег, действуй. Производство. Так. А, да, производство. Не действуй, Олег. 5 человек? 5 человек. Ох, кому бы та карта пошла бы, да? Так, еще 3 шестеренки. Не впечатлен? Еще, да? Еще что я хочу. Ты женщина, ты много чего хочешь. Да. Да ладно. Да, мне лет не знать. Я хочу еще шестеренку и патрон. О. Да у меня меньше, чем у вас. Моя кучка вообще так себе. Зато у тебя чебуреков много. Ну ладно, Олег. Одного. Олег, действуй. И я заключаю сделку с фундаментом. Да-да-да. Я упоролся в конец. Да-да-да. Бедный. Дайте хоть что-нибудь заключить сделку. Фундамент. Дай мне кирпич. Все, больше ты ничего не делаешь? Да, я только беру кирпич. Точно? Да. Полицию ты никак не кладешь никуда. А вот не надо подсказывать. Да ладно, уж мы честно играем.
Да, да, да. Куда положил? Куда положил? Раз Олег защищает не ту точку, пятью красными стрелками я разрушаю большую технику. Я буду вандалом. Вся большая техника у Инны и у Олега уйдет в развалину. Я с этого получу шестеренку. Прошу. Получите, ладно. Можете не расписываться. Так, подожди, я сейчас полицию. Пусть он защищает мой пап. И я так как разнес, я получаю патрон. Вот теперь я это не забыл. Я это не забыл. Отличненько. Тогда я строю хранилище метана. Так, это у меня в свойствах. Дальность 1. Сейчас покажу. Ну, покажи. Свойств нет, но одноразовый бонус положите 3 канистры на эту точку. Вы можете тратить их в ваш ход, не сбрасывайте их в фазу уборки. Я выставляю у себя автобус Теда. Опять? Так. Ага. За одну стрелку себе. Угу. Ну и в принципе нормально. Ладно. Поставщик кирпича. Тудум. Вот такой вот. Нет, поставщик кирпича будет. За дальность 2. Отдаю. Получите один кирпич за каждую точку с категории кирпич. Максимум 3. Но мне только 2. Так как у меня кирпичей только 2. Я меняю 2 шестеренки на 2 серых стрелочки. Я отдаю чувака и одну шестеренку. Так, положите. А, нет, это действие. И получаю 2 серых стрелки. Угу. Так, а я, пожалуй, что отдам один кирпич и вот эту вот бесполезную карту, как мне кажется, и получу 2 серых стрелки тоже. Все посерели. Резко. Так, я даю чувака и 2 канистры, чтобы получить 3 победных очка. Канистры и чувака туда. Ага. Сколько очков? 3 победных очка. А не много ли тебе? 1-2 в самый раз. Я ставлю тренировочный лагерь. За 2 серых стрелки. А я тем временем, что я делаю? Ай, поставим пока экскаватор. Это тоже, это общее производство, кстати говоря, ребят. Никто не хочет. 2 серых стрелки и мне 1 жетон бульдозера. 2-й уже. Буду бульдозер у себя копить. Ладно. Тогда сбрасываю 2 канистры, чтобы получить 2 победных очка. Что-то разогналось. Вот, одна канистра, чтобы получить 1, но можно выполнить 2. Ну ладно. Разогналась что-то, а? Разогналась. За одну синюю стрелку ставлю. А делаю сделку с бензоколонкой. И упоротая бензоколонка дает мне еще 1 чувака. Чувака? Да. Странно, что не канистру. Ага. Ну она же упоротая. Стрелку сбросил? Не сбросил. Нет, не сбросил. Вот теперь сбросил. Теперь верю. Так, ну ладно. Ну что, давайте сброшу 2 чуваков, дайте мне 1 карту. А есть производство кирпичей? Общее. Общее производство. Есть производство бульдозеров общее. Это лучше. Это же лучше, Инна. Нет, не надо. У меня было. У тебя было, да? Да, но я его не стал строить. Вот оно мне как бы нужно. Ладно, меняю пистолетик на 3 стрелочки. Олег? Да. 2 чувака меняю на карту. А я строю кирпичный склад. Внезапно так. За 1 дальность. Одноразовый бонус. Положите 3 кирпича на эту карту. Вы можете взять их в ваш ход, не сбрасывайте в фазе уборки.
Тогда я разрушаю твой экскаватор. Ну, разрушай, разрушай. Зараза такая. Так, мне два кирпича и победная. Так. А мне просто кирпич. О, я теперь кирпичи солить могу, чувствуете, да? Да. С одной стороны, конечно, нехорошо сделала. А с другой, мне теперь, по крайней мере, не надо думать, что перестраивать. Вот, видишь? Ты все равно нехорошо сделала. Зато теперь не надо думать. Я еще два чувака за карту скидываю. Ну, вообще, набрался там. Угу. Так, ну ладно. Че, я тогда отдаю. А что мне отдавать? Бульдозеры мне нужны. А, отдаю бульдозер. Нет, давай лучше кирпич все-таки отдам. Куда? Вот. И перестраиваю свой экскаватор несчастный, который не дожил до того момента, когда он реально нужен, в развалины. Мне одно победное очко за перестройку. А за то, что я разрушил, мне не надо победное? Нет. Тебе надо по башке дать, а не победное. Одноразовый бонус. Получите одно победное очко за каждую точку с категории кирпич в вашем штате. То 1, 2, 3. 4. Да. И 4. Да, подожди, 4. Где 4? 4? А, вот 4. У меня отсвечивает уже. 4 победных. Вот видишь, какая я молодец. Тебе помогаю. Да, я бы, может, что-нибудь другое бы разрушал у себя, перестраивал. Угу. Пусть будет скупщик щебня. 2 серых стрелочки. Так, действие вот сюда вот. Так. Не знаю, пусть валяется. Так, за две канистры получаю две синие стрелки. Угу. Хорошо. Так, я, пожалуй, что-то я хотел такой коварный сделать. Я хотел отдать чувака не сюда, а вот сюда, чтобы получить ништяки с трех ваших сделок. Ну, соответственно, победная. И две красненьких. Так, а я сбрасываю два кирпича, чтобы получить два победных. Ну, допустим. Олег? Ой, не туда. Ай-яй-яй. Так, отдаю шестеренку за одну серебро. Угу. Отдаю чувака и патрон за два победных. Ах, как, ребятки, а, напряглись! Хорошо. Тогда я отдаю чебурека и патрон на три красных стрелочки. Так, я уже серенький получал, да? Плохо. За две синие стрелочки я получаю две красные стрелочки. Угу. Так, отдаю кирпич и перестраиваю караванщика в переговорщика. Ой. Так, категории канистры у них совпадают, так что имею право. У меня одно победное за перестройку. Так, караванщик уходит в сброс. А что я потом с ним делать буду? Ну, ты ж не знаю. Это я уже поменяла, блин. Что с ним делать? А куда еще можно шестеренки засунуть? Гусары молчать! Молчим! Куда вас? Ладно. Отдаю две красненьких. Ничего вас не ломаю. А сколько там? 4 надо, да? 4 или 3. Но мне не нужен лучше 4. Где бы взять еще 4? Нигде я не возьму 4. Поэтому просто ломаю свою же. Так, и. А ты чего уж пистолет сдала? Да. И беру себе трофей, два человечка и кирпич. Скидываю одного человека за стрелку красную. Это ты куда? Это ты куда ее? Вот, не забывай. Так,
А я нашел у себя еще два победных очка. Да. Я кабинет Пита просто возьму и разнесу за два красных жетона. И получу трофей. Два победных очка и карту. И властью, данной мне 26 очками, объявляют раунд последним. Так. Плохо. И карту мне, пожалуйста, в качестве трофея. И еще патроны в качестве вот этого свойства. То есть ты, я сейчас? Нет, мы должны все закрыть границы, чтобы этот раунд закончился. Ага, хорошо. Как это... Ладно, я нашла еще два очка. Человека и сделку сдаю. И получаю два победных. Ну, допустим. Ну ладно, одну очку поменьше будет. Это что это такое? Вот так вот. Так, а что там у нас? Оружие, да? А тебе оружие человек. Ну на. А мне оружие, да? Так, оружие. Хорошо. Ну тогда мне даже не надо думать. Я тогда это оружие и пущу в ход за два красненьких. Вот так вот, да? Ага. Я получаю две красненьких. И я получаю две красненьких. Ладно. Порушу я, пожалуй, у себя еще и фабрику. Дальность 2, отдаю. И мне еще одно победное и две шестеренки. Шестеренки. Так, и так я порушил, патроны тоже мне. Да. Я отдаю двух людей. Беру вот эту карту. Сдаю человек, чтобы получить одну красную. Ну что ж, ладно. А я просто перестраиваю свои руины. За... А пофиг, пусть бульдозер будет. И получаю победное. Что важно. Давай я твою разрушу. Кого? Да любую вот эту. Давай. Ну ладно. Я чувака получаю? Нет, ты канистру получаешь. А, канистру? Это я чувака и канистру. Ага. Давай. Ставлю у себя ангар. Вот еще. За две серых стрелочки. И что он тебе дает? Обе дают канистру и патрон. Ну, на тебе канистру. Так, ну, тут у Стэма апогей. В команде больше нет людей, а точнее карт. Совсем нет. И ты? Ну? Что делаешь? Ну давай еще какое-нибудь действие сделай. Нету больше действий. Я закрываю границы, делаю недоступным свои здания для атаки, а общее производство для взятия. Даже так? Я беру... Эх, блин, а зря я это сделал. Я? Ладно. Патроны вместо пистолета сбрасываю и получаю три красных. Блин, я забыл, что мне же рабочий придет, если вы общее производство для меня возьмете. Я бы еще 4 очка получил. Ну ты, вот... ты бы сходил ко мне в таких условиях? Нет. Вот, так что я не зря это сделал. Ну а что делать? Правильно. Делитесь между собой уже. Вот последнюю карту. А что ты мне ее отдаешь? Вот да? Вандалу не понравилось. Ладно, два патрона и человек. Сюда ее положи, пожалуйста. Да. А мне просто патрон и все. И сюда ее положи обратно. Хорошо. А, ну я ж хожу сейчас. Да. Я уже отходил свою. Ну давай и ты вон свою последнюю. Подожди, так, не последнюю. Стоп. Почему? У тебя три, да? Три. А, ну да, все хорошо. Да, и. Да, давай какой-нибудь вот, ну, не знаю. Без разницы. Да без разницы, да. Нет, вот эту я хочу. Там патрон дают. Подожди, патрон и две канистры. А тебе канистры. Да, она мне сдалась. Мне нравится, как да.
со злости, что вы проигрываете, вы начали ломать друг у друга здание. А я уже недосягаемый. В духовке перестраиваю за кирпич карьер. Точнее, это в убежище. За перестройку я очко получаю, что ли? Конечно. Конечно. Именно. Да еще шестеренку. Ой, и шестеренку и патрон. Патрон там бери. Да, куча, блин. Куча бесполезных отсутств. Вот да, у меня даже люди есть свободные. Значит, карту можешь взять. Давай я возьму карту. А здесь могла за одного чувака взять карту, меня, если бы не закрыл границы. Олег? Черт. Ну ладно. Перестраиваю ангар в карьер. Еще одно очко. Хорошо. Мне тоже одно очко. Перестраиваю руины в школу. Ух ты. Тебе еще двух человек. Ты смотри. Она еще может достать. Олег? Да, я уже не могу карты достать. У меня карт нет. Действия. Действий. Действия тоже. Без рабочих. Да. Так что закрываем границы. Ну и надоигрывай игру до конца, и мы считаем очки. Хорошо. Сдаю двух чуваков, беру еще карт. Нет, станция пропаганды. Тоже небось с друзьями что-нибудь связанное. Сбросьте человека и карту, чтобы получить две карты. А, ну ладно. Да, и что мне с этим делать? Разве что перестроить. Зачем? Очко получить. Ну, логично, ну что? Вот этот мне не нравится вообще. А там вообще совпадение есть? Нет. О, у тебя еще и совпадений нету. Ну, значит, закрывай границы, по всей видимости. Не-не-не-не-не! Нашла. Да. Еще одну карту, да? А, нет. Нет, мне не хватает. Что там, одна всего стрелочка? Одна стрелочка у меня. Ай, как ее? Ай-яй-яй-яй-яй. А если она могла вытянуть себе? Погоди. Чуваков у меня нет. Так. Двух карт у тебя тоже нет? Двух карт у меня. А, нет, ты, подожди. Да, мне надо еще одну синюю стрелочку. Чуваки тебе нужны. Подожди, а вот эти я тоже не могу, да, заменить? Да, это не стрелочки. Ах, как жаль. И сколько там в итоге-то? Смирись с неизбежным. Мало там. И я закрываю границы. Она это сказала. Ну что же, начинаем финальный подсчет очков. К нашим очкам, которые вы видите здесь, мы прибавляем количество наших неразрушенных точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мой итоговый счет? 38. 38. У меня 12. 40 ровно. Каких 40? Ой. Какие 40? 30. А у меня 10. И итоговый счет? 19, 30, 38. Ладно, поздравляю. Спасибо, спасибо, да. Я такой, я выживаю везде, как таракан, даже в постапокалипсисе. Как это ужасно сам себя сравнивать с тараканом. Надо повышать твою самооценку. Завидуй молча. Чему? Что ты как тарахал? Нет, не хочу. Ну что же, такое получилось наша партия в 51-й штат. Ну, если не считать небольшого сумбура в сбросе ресурсов, которые мы порой делали не очень правильно и все время порывались их закинуть сразу. Потому что это было бы логично. Да, а не на карту. Партия прошла весело. Да. Дружно, задорно. Да. Дружно ломали друг у друга все, что можно. Да, игрушка добрая. Если у вас есть какие-то обидчивые друзья... То можете смело в нее поиграть с ними. Да, если у вас лишние друзья есть такие, то вы можете им предложить поиграть в эту игру, чтобы уже закрыть все вопросы с ними. И это будет всего лишь игра. А друзей не будет. Выгодная сделка. Ну какая сделка? Вот все сделки здесь.
Вот одна единственная. Нет, игрушка, надо сказать, действительно забавная и достаточно глубокая, потому что вот эти стратегии кому-то проще сделать и заключать, кому-то строить, кому-то ломать. И на этом можно строить, так скажем, карьеру и зарабатывать много-много победных очков. Ну я вот так посмотрела, у меня Союз мутантов вообще очень мирный. Я не знаю, как тебе это удавалось. Очень мирный. Вот. Вот в прошлую партию я играл Союзом мутантов и научил Инну с Олегом раскладывать пасьянсы, так как у меня к концу последнего раунда было 8 очков, а к началу, а к концу было 30. А Инна выиграла нас со счетом 31 очко, при том, что я не нашел свой кирпич, которым можно было перестроить карту и сравняться. Поэтому на самом деле не стоит унывать и падать духом, если вы видите, что остаетесь на этой шкале, так как за последний раунд может очень много измениться. Ну, если, конечно, сойдется весь пасьянс, и вы найдете, как заработать 22 очка за последний раунд. Надо сказать, вот мне, как любителю Агриколы, Каверны и прочего, немножечко непривычно, что вот эти ресурсы используются только как, так скажем, обмен на победные очки, а не для постройки здания. Постройка здания действительно другими жетонами, и это мне очень непривычно. Но, с другой стороны, это достаточно тематично. Мы ездим и все у всех забираем, разрушаем и собираем сделки. А я очень рада, что тебе не хватило человечка. Вот честно, от себя. Любимый. Ну, был бы у меня 42 очка, господи. Ну, вот поэтому я и рада. Ну, ладно. Ну что же, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И заходите в нашу группу ВКонтакте, где тоже много всего интересного. Все ссылки будут вот там вот, под видео. Всем интересных партий и удачи. Пока-пока. Пока.